зачищаем, обрезаем нитку. Далее, согласно той распиновке, которая нам нужна, которую использует ваш провайдер, либо та, которая нарисована, вставляем. Отрезаем где-то 1,3 сантиметра и надеваем на ржавку. У нас должно здесь перекрыться изоляцией. И смотрим, чтобы здесь был блеск медных или обедненных жил. Зажимаем. Проверяем визуально, чтобы вот здесь пробило, здесь все блестело. Все. Если нам нужен патчкорт, делаем также с двух сторон.